Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем Pink Dirty. Очень давно Pink ничего не выпускал, последний это был трек Fear, который, ну и то так себе был, да. Вот, а сегодня мы слушаем новый трачок, он вливается в 24-й год. В целом, могу сказать по этому персонажу, что стал практически как бы неактуальным и особо, ну, неинтересным. Если есть какие-то прослушки, то, ну, в последнее время что-то, ну, особо в медиаполе вообще его не слышу, но... Интересно, да, что он предложит нам в этот раз, в 2024 году. Планирует ли он вообще нормально возвращаться в 2024 год в качестве музыканта, ну, потому что это уже терпеть невозможно. Вот. Хочу сказать, что в телеграм-канале был, естественно, опрос. Этот трек набрал 11%, что достаточно мало. Если вы хотите Пинка видеть чаще у меня на канале или любого другого артиста, то ссылочка в описании на Телеграм, голосуйте каждую пятницу. Но не забывайте про Твич, у нас тут с ребятами, во-первых, прогноз на баллы, за которые можно купить реакцию, а во-вторых, мы с ребятами тут общаемся. Фрик, ты хотя бы его слушал? Я слушал, конечно. Ну, то, что в 23-м было, я слушал все. Кио я не слушал, надо послушать. Можете предложить Кио, кстати, в комментариях. Если наберет лайки ваш комментарий, то будем слушать. Все, let's go! Трек Dirty. Что это такое? Let's go! Бас Кей Лав, блять. Я Dirty Pink, она сейчас на мне. Я сделаю хорошо все то, что под запретом. Розовые очки на мне, не вижу бреда. Что вид они, я с другой планеты. Я Dirty, Dirty я Horny, Horny я. Скинь Dirty Pink свою бабу на меня. Очень своим делом, твоим телом. Быстро дай, easy, easy, money go. За мои тысячи флоу, за мои тысячи демок. Написано просто в стол, go, go. Я хожу только бегом, какой-то странный другой. Совсем не знаю покоя, доу, музло, секс. Вап, правда, мне больше нихуя не надо. Бит прикольный. Бля, бит мне очень нравится. Значит, нужно больше, man. Я, держи, держи, я высокий пинг, шмогу лоу, я ведь плай. Слышишь, ну снимай трусы. Пинг, держи, грязный пинг. I play with no limit. Давай ниже, делай лик. Я держи пинг, она сейчас на мне. Я сделаю хорошо все то, что под запретом. Розовые очки на мне, не вижу бреда. Что вид они, я с другой планеты. Я, держи, держи, припев со второго раза лучше заходит. А в целом что-то прям мид, пиздец. Надо будет переслушать. Но на первый раз прям вообще мид. Жесткий мид. What is you? Почему What is you без випки? Как это случилось? Аркило пишет хуета, Вика тоже пишет хуета. Или это не она, блядь, вы меня наёбываете? Просто кто-то, блядь, ник её сделал. Новый пользователь чата, я понял. Я не Вика. Как ты хуй? А как? Я занял её ник. Чё, блядь? Ладно, привет. Ладно. Давайте переслушаем. На первый раз очень мид, неинтересно, с точки зрения артиста слабо, с точки зрения бита, бля, крутой, крутой бит. Бля, тут что, реально играет имя, но как будто максимально посредственный трек. Бля, вот этот бас мне очень нравится. Он еще в Кей Лав мне очень понравился от Кристалла. Что вид они, я с другой планеты. Я, Dirty, Dirty, я. Horny, Horny, я. Скинь Dirty Pics свою бабу на меня. Забочен своим делом, твоим телом. Быстро дай, easy, easy, money go. За мои тысячи флоу, за мои тысячи демок. Написано просто в стол, go, go. Я хожу только... Бай помеется! Какой-то странный другой. Совсем не знаю покоя. Музло, секс, вап, правда, мне больше нихуя не надо. Я не умею
сука, нихуя трать. Но работа, блять, артиста не очень мне нравится. Слышишь, ну снимай трусы. Пин, дерти, грязный пик. I play with no limit. Давай ниже, делай лик. На что похоже? Ну. Я сделаю хорошо все то, что под запретом. Розовые очки на мне, не вижу бреда. Ну как-то короче как-то. Я тетя Пинк, она сейчас на мне. Я сделаю хорошо все то, что под запретом. Вот этот флоу мне не нравится. Какой-то вот немножко такая странная работа, вот эта послоговая, хуй знает, такое себе. Мне не очень такое. Я с другой планеты, я. Как будто бит можно было лучше реализовать. Бит, потому что прям хороший. Прям потенциал бита мне нравится большой у него. Но Пинк не реализует это. Ну, окей, неплохо вернулся, повайбил и все, как бы. Особо тут, ну... ВК скинул Шелзи, на что это похоже? Давайте глянем. Дэнсит вправо, дэнсит лево, дэнсит низом, дэм. Она будто Симс, туфли, очки, ремень. А мне давно знал, что мы живем, играя. Но чужие другая, но чужие другая. Я не ругаю, я при... И чем похоже? Ну не, хуй знает такое. Короче, как-то так. Спасибо в любом случае. Ждем следующих треков. Ждем чего-то более актуального, более интересного. А это пока что, ну, просто неплохой, неплохой вайб, действительно. Вот все. Все, что могу сказать. Да. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарии. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.